Зажигательные танцы, красивая музыка и атмосфера счастья на сцене и в зале. Так прошел творческий вечер «Мы вместе» хореографа Людвии Чабановой. Но главное тут – любовь. Взаимная любовь учителя и учеников. Она мне вот стала как вторая мама. Мне очень нравится, как она преподает, и я ее очень люблю. Сегодня такая прям наша народная атмосфера. Все очень классно, все очень круто. Я сегодня жду, что сегодня будет очень красивый, сильный и суперский концерт. Мемпек севем лютфёрдя, но убызге яхши концертлерге, бізны яхши конкурсаға апкете. Біз бұл концертлерде ойнаймыз, дүлбер мачухарынды тұтап, бұл лютфёрдя пекулана. Лютфёрдя, да, я считаю, то, что она очень такой человек, который наполнит тебя и будешь хорошо танцевать. Мне нравится Литвия Уджа, потому что она хорошая, очень объясняет хорошо. Литвия Уджа очень добрый хореограф, она очень хорошо объясняет, может объяснить самые трудные комбинации. Сегодняшний вечер – это праздник не только для участников, но и для зрителей. Мен қызларым 5 жылдан бері Мелевше ансамбліне қатнашалар. Біз бек мемнунымыз Литвия Уджадан, ансамблімізден. Балаларымызға қырым татар мәдениетін оғретмек үшін қатнашамыз. Ве бүгінде бұнда концертте топлаштық епіміз. Пек шен бе гүзел концерт кечіріле. Бүгінде Сержи тарафтан бұл ақшамы пек бегендім. Менің үш баламды бұнда іштірак етсе, пек гүзел, пек мирақлы, пек гүзел концерт. Менің қызым 3 жылдан бері бұл ансамбліге қатнай. Мен өзім 3 айдан бері енді қатнайым. Білесіз ма, шерлерде бұл ансамблер жоқ. Ама көлерде бұл ансамбльде санки бір чырақ. Чүнкі көйде балалар бұл ансамбльде тек ойынларына өгренмейдер. Олар да офадетіміздің милли, она не мазну гринелер. Он чун были на самом деле перекле. Среди воспитанников Людвии Чабановой настоящие профессионалы. Фатиме Абдураманова начинала в ансамбле «Мелевше», а теперь выступает в составе одного из самых известных крымско-татарских ансамблей. Я в ансамбле на протяжении 12 лет, выпускница ансамбля «Мелевше». Литвия Уджа – это для нас тот человек, который вложил в нас именно вот эту основу. Она нас воспитывала, прививала нам качество любить сцену, любить творчество, развиваться в нашей культуре, в первую очередь крымско-татарской. И, конечно же, она на протяжении всех этих лет прививала нам любовь к танцу. Украшением концерта стало выступление известных артистов, чей дуэт уже давно полюбился слушателям со всего Крыма. Для гостей мероприятия выступили Нариман Балич и Асия Сали. Безмерно всем благодарна детям, родителям, которые всегда меня поддерживают. Концерт так и называется «Мы вместе», потому что каждый день, который я проживаю вместе со своими учениками, с родителями. Каждый мой день наполнен только ими. Я люблю свою работу, потому что здесь душа. Культура – это душа народа.